Всем привет! Ну что, готовы к шопингу? Тогда ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и мы начинаем! Первым делом мне надо наклеить на телефон стекло, потому что я его разбила. Теперь у меня его нет. Ну что, пошлите клеить! Мне уже делать стекло, и мы уже выбрали чехол. Я хочу вот этот фиолетовый. Ребятки, мы уже наклеили защитное стекло и вот такой прекрасный чехол. Мне даже жалко на него клеить поп-сокет колечко, потому что он такой красивый. Кому тоже нравится, пишите в комментариях. А я сейчас хочу вам показать что-то. Шоу! Посмотрите. Ладно, вот такая прикольная белая прядь. Я хочу белую, потому что она больше подходит под мои волосы. Но я хочу взять не прядки, а вот такие мелкие краски. Возьмем, ребятки, я думаю, возьмем. Да, мам? Ребята, мы нигде не можем найти комбинезон. Очень жалко, но мы все равно ищем и ищем. Кстати, вот краски, вы посмотрите, вот такие прядки получаются. Вот у меня они, а вот у брата. Кому нравится, пишите в комментариях. Но это только синий цвет мы использовали, а там еще есть много цветов. А ты мне говоришь, что нет. Есть. Сейчас я буду мерить вот такие милые шортики. Вот такие шорты, но мне они не очень нравятся. Маме тоже, да, мам? Да, ужасно. Я их поскорее буду снимать. Вот такой комбинезончик. Мне очень-очень нравится. А тебе, мама? Мне кажется, он чего-то маловат. А мне кажется, он нормальный. Он удобный, он очень-очень удобный. Он красивый, удобный, но и классный. Давай возьмем, пожалуйста, вместо джинсового комбинезона. Пожалуйста, мамуля. Спасибо. Ребятки, а как вам вот этот костюмчик? Пишите в комментариях. Мне он очень нравится, он удобный и прикольный. Вот такой красивенький. Буду мерить вот такой комбинезон. Но жалко, что он без шортиков. Он с юбочкой. Но не страшно. Я очень хочу померять. Мне очень нравится этот комбинезон. А тебе, мама? Тоже мне так нравится. А тебе, Русь? Мне очень нравится. Я хочу прикольный комбинезон. Ребятки, посмотрите, какой классный комбинезон. Вот такой прикольный. Кому нравится, пишите в комментариях. Он очень-очень классный. Он удобный и по талии он хорошо сидит, и вот тут по рюшечкам хорошо сидит. Ну, я хочу его взять. Мне нравится. Он самое главное, чтобы был красивый и удобный. Вот такой прикольный. Комбез купили, теперь идем в кинотеатр. Все, мы уже сходили на кино. Человек-муха. Было очень классно, да, Руся? Вообще-то это был Человек-мурак и Уса. Ну ладно, это было классно. Я просто залипла на этом кино. А ребята, я советую посмотреть этот фильм. Он очень классный. Ребят, нам еще надо купить чемодан. И перед тем, как мы его будем покупать, мы покушаем. Ну что, пошлите. Я хочу Макдональдс. Я зашла в мини-зоне, удержалась. И сейчас хочу себе посмотреть подушку. Знаете, такую на шее. Я чего-то нет. Посмотрим там. Подушек нету, так что кушать. Купили Хэппи Мил, а в Хэппи Милле было вот такое увеличительное стекло в квадратиках.
не помню какого героя. Она вот так машет. Франкенштейн. Да. И вот так светится. Для меня она какая-то дурость. Мне не нравится. Это какая-то мальчайшая штука. Так что я отдаю брату. А, кстати, интересно, для чего это лупа? Вау, а лупу я хочу оставить. Смотрите. Какая она прикольная. И там еще шла вот такая прикольная наклейка. А я буду кушать. Кто тоже кушает? Приятного аппетита. Все-таки мы нашли новый магазин. И в нем мы нашли подушечку. Сейчас я покажу. Вот такая. Все-таки Мишка, тут ушки у него. И он заболевший. Вот сопельки. И есть в комплект к этой подушечке вот такая масочка тоже с таким мишкой. А сейчас мы идем покупать чемодан. Кстати, ну, посмотрите, вот эта футболочка. Мы купили футболку специально под комбинезон. А вот сам комбинезон. Тут вырезан карман и порезаны сами джинсы. Купили одежку, купили маме купальник. И сейчас идем за чемоданом. Я хотела что-то купить для малышек одинаково, но размеров, как всегда, не было. Так что, сейчас купим чемоданчик. Она хотела этот. Да, я хочу. Вот такой. Ого-го! Но он тут с ценником. Так что, мы пойдем туда. Держать, она немножко растягивается. И вот сама ручка. Сейчас я достану. Вот такой чемоданчик. Кому нравится, пишите в комментариях. Я его хочу купить. Ну что, мам, покупаем этот? Ну тогда на кассу. Поехали. Ребят, вот что мы все выбрали. Маме вот такие прикольные шлепки. Краски для челленджа. Я не буду говорить. Вы сами потом увидите. Брату вот такие очки прикольные. Кому нравится, пишите в комментариях. Это тоже для челленджа. А для чего это? И вот такой прикольный чемоданчик мы берем. Ну что, будем покупать? Закончился. А я сплю в маршрутке. Мы дома, уже поздний вечер, уже, наверное, 10 часов, но сейчас я покажу, что я купила для себя и что мы купили с мамой для мамы и для нас вдвоем. Первое, это вот такой крем я для себя купила, вот такой, мне вот эта фирма очень нравится, тут миленький котик, крем детячий. Он очень классный, такой, он белого цвета. Кстати, он очень вкусно пахнет. Так, следующее, это вот такие очки моего брата. Сейчас мы посмотрим, как они сидят на нем. Иди сюда, померяем. Так, посмотри. Нормально. Хорошо. Так, давай. Ой. Следующее, это вот такие краски. Нет, мелки для волос. Они очень классные. Сейчас я их раскрою и покажу. Вот такую радугу можно сделать на волосах. Тут есть разные цвета, но пока я использую только синий. Так, раскроем. Сейчас я покажу все цвета. Так,
есть синий, вот такой фиолетовый, розовый. Розовый очень прикольный. Есть еще оранжевый, красный очень классный и зеленый. Вот такие классные цвета. Так, а теперь я покажу, что в чемодане. Но перед тем, как мы будем смотреть, что в этом красивом чемодане, я протестирую вот такие мелки. Вот, я возьму оранжевый цвет. Ну что, давайте проведем. Вот так. Ребятки, кому нравится, пишите в комментариях. Мне кажется, прикольно получается. Мне они очень нравятся. Очень-очень классно, короче. Теперь что в чемоданчике? Внутри чемодана вот так. Ну что, давайте перейдем к вещам. Это вот такие кофточки. Одинаковые у нас с мамой. Вот мамина кофточка. Какая прикольная. И у меня точно такая же, только меньше размер. Ой. Дальше это вот такая футболка для мамы, прикольная, с енотиком. Купальник мамин. И вот такой прикольный джинсовый комбинезончик с футболочкой вот такой прикольной. Мне захотелось мерить это вот так. Ну, носить это вот так, потому что футболочка же тоже классная. Футболочку же тоже надо показать. Не знаю, мне хочется одеть эту футболку и показать вам. Ну что, давайте оденем и покажем вам ее. Легкая, воздушная. И такая прикольная, широкенькая. Мне она очень нравится. Кому нравится, вы знаете, что делать. Писать в комментариях. Ну что, давайте посмотрим, что у нас дальше там. Дальше у нас это шлепки. Маме вот такие прикольные. Мне они очень нравятся. Я маму уговаривала, чтобы она их себе купила, потому что они очень классные. Мама хотела себе купить серый, но к этому лету серый не идет. А такие прикольные, прикольные, яркие, очень класс. Да. Так, дальше у нас это вот такие конфетки Мамба. Да? Нет. Мам. Ну, короче. Вот такие прикольные желейки. Мне нравятся. Я просто их пробовала, они очень вкусные. Так. Ну что, дальше у нас это канцелярия. Два вот таких клея. ПВА. Тетраборат натрия. И классные краски. Никогда ими не пользовалась. Первый раз их вообще вижу. Думаю, они будут классные. Сейчас мы посмотрим, какого цвета они. Так. Это розовый цвет, вот такой красивый. А это вот такой прикольный синий, яркий. Все, чемодан закончился. И на этом все. Мне понравился шопинг. Если вам тоже понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!